Это VSPlanet.net. Мы представляем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. И богатейшая, конечно, тема сегодня. Просто-таки непрекращающая сыпать информационными поводами. CM Punk. Что сейчас, что в будущем, вообще, что в настоящем, состояние дел и прочее. Алексей Красинг, Злобный Росомаха, Сергей Сергеевдович, Сережка. Привет. Привет. Давай так, CM Punk вот в 2022 году, вот прям в октябре, для тебя это что за феномен? Это что это как? Это достойно такого активного, такого массированного э, информационного обстрела. Потому что к деталям, к подробностям, еще перейдем. А сначала, так сказать, фундамент подвести. Ну, это безобразие, мне кажется. Всем панк, потому ну, что он заколебал. Вот, вот откуда высосано из пальцев вот любой чих всем панка эта новость, это надо обсуждать. Но что это? Какая-то дива, что-то он полезное сделал для рестлинга за последний год. Ну, на Rampage принес сколько там, миллион зрителей, который растерял через сколько, через две недели, через три миллиона. Сколько сейчас, через три недели, сколько сейчас смотрят этот РМП? 400 О, тысяч? недавно же очень забавно было. Смотрят плюс-минус так же, надо побольше. Ну да, не, наверное, все-таки не меньше 400. Вот этот выпуск Woman of, Woman of Wrestling, где его женушка является комментатором, каким-то там продюсером, они по, по общему числу зрителей. Четвертый выпуск этих самых Women of Wrestling обогнал недавний спецвыпуск, который после Рампейджа шел в прямом эфире. Как он? Battle of the Bells. Мне кажется, это забавно. У них, конечно, да, охват очень. совершенно другой. То есть, у них, если я правильно помню. Товарищ Мельцер писал. А он, врать, естественно, не будет. Но он писал, что у них охват вот этого у женского шоу раза в полтора больше, чем у USA Network. Или чему не знаю, у TNT, то есть поэтому нужно множить как бы на полтора, но по факту, по общему количеству зрителей, Battle of the Bells, там, правда, Симпанка панка не было. Но вот так вот. Это так, ремаркой. Да, и вот все новости про Симпанка заколебал. Ну, честное слово. Ну, вот, ну, вот что это за человек, за такой? Ну, да, когда-то год назад было прикольно вернулся. Вот единственное, наверное, возвращение, которое ждал, или какой-то дебют, который вот ждал которого не было, который вот какой-то гештальт последний. Гештальт случился, все закрылся, и, и, и что дальше? И Слушай, потом... ну я тебе С... хочу предложить такую мысль. Журналисты эти только про него пишут. Вот, такую мысль. Почему пишут? Это ведь, значит, вызывает клики? Или же это какая-то информационная подготовка? Потому что, ну вот, есть понимание, что если о чем-то много пишут, значит, это либо читают, либо есть какой-то заказ. Ну, в хорошем, в нейтральном смысле слова заказ, потому что заказ информационный бывает разный. Вот мы недавно могли по российским, по внутренним реалиям и наблюдать, как некто, скажем так, из культурной среды сам про себя инициирует дискуссию, вот. И когда эта дискуссия не возникает, сам продолжает. Ну ладно, это не будем лезть в эти реалии, но ситуация забавная. Так и тут. То, что пишут про это Wrestling Observer Newsletter, то, что пишут про это Fightful, ни для кого не должно быть секретом. Это полностью проплаченные заказные источники. То есть они не пропустят то, что не нужно. Они пропустят только то, что разрешено, то, что фильтруется очень серьезно и очень хорошо. Поэтому если они об этом написали, значит нужно искать какого-то выгодополучателя. И вот отсюда одно из двух. Это правда приносит клики. Или вот на самом деле Сиэм Панк такая важная, такая знаковая фигура, кто сам для себя что-то на будущее пытается организовать? Но это желтуха, безусловно. Конечно, это... клики приносит, потому что Сиэм Панк скандальная личность. Сейчас вот про Аллу Борисовну Пугачеву любой что-то напишет, сразу все будут искать клики, потому что, ну как, скандальный персонаж сейчас в наше да. время оказывается случился. То же самое про Сиэм Панк, причем Сиэм Панк еще более оскандалился, мне кажется, или более такую вот, создал штуку, которая бурление вызвала известны mm -hmm. субстанции в головах у людей. Поэтому, естественно, это все приносит клики. Но почему у нас э, кто они, потребители контента, так яростно на это ведутся? Я не понимаю. Ну вот вы немножечко голову включите, посмотрите, проанализируйте, что сделал панк за последний год, кроме того, что он скандалил. Ну ничего ты знаешь, не сделал. Вот ты, ты задал вопрос. Я здесь готов ответить, что значительное число людей тебе накидают огромное количество аргументов, что это был чуть ли не величайший год вообще в карьере любого рестлера. Вот год календарный, 12 месяцев. От Дарби Аллена до чемпионства. И там, мол, с молодежью поработал, с ветеранами поработал, титулы выиграл, продвинул, травмировался, вернулся. Я тебе на полном серьезе говорю, что есть и такие мнения. Ну, мнения могут быть какие угодно. Там, если ты в сумасшедший дом придешь, там есть мнения тоже <с очень <с интересные <с и достойные анализы. Но мы же не будем о них говорить и принимать всерьез. То же самое. Ну вот просто немножко включить бошку. Зачем нужен всем панк в 2022 году? Я понимаю, зачем он нужен был в 2021 году, чтобы поднять резонанс. Попробовать. Ну потянет танк -панк, танк, панк, или не потянет, не потянул, ну все, ну надо, ну последний вот был у Тони Хана, видимо, возможность, да, сделать из него чемпиона, посмотреть тоже потянет, не потянет, не потянул, два раза не потянул при этом. Да? Ну слушайте, если один раз, второй раз, третий раз. Не получается у человека. Я не знаю почему, потому что он ведет себя как гнидно, Может, физически уже не справляется. Может, эмоционально он как-то выгорел, или может ему не нравится, с кем он работает с этими детьми, да? Как он? А ты видел, знает? кстати, не сравнение. почему ты видел ну, это сравнение получается. очень забавное? Панк год назад, который рассказывал, что вот, да? все типа ждут какие-то скандалы, все ждут как-то, чтобы я выступил, а мне просто нравится, я просто счастлив. Тогда, собственно говоря, огромное количество я помню комментариев по поводу того, что, мол, никому не. Нужен счастливый довольный панк. Я, в принципе, сам, кстати, к этому количеству людей принадлежал, что панк, который разъезжает с подкастом на тему того, как ему теперь все нравится, это не сим-панк. И отмотали на год. Чем там? Я больной, я старый, я работаю с fucking children. Год да. прошел. Вот вопрос: где панк говорил правду, где он юлил или еще что-то. Там может и везде говорит. правду говорил. Не знаю, может, он, он действительно разочаровался в этой всей конторе. А, вот аргумент. Получил, получил. И сейчас вот он может. Человек-то сообразительный все-таки так или иначе, может, он специально так пошел. Сейчас Тони Хан выкупит у него контракт uh -huh. и всем панк с деньгами поедет в отпуск на Мальдиву, например, про... Самой... Uh -huh. про выкуп это чуть-чуть позже, опять же, потому что про это, конечно, отдельно стоит сказать. Но вот ты сказал про людей, которые ждут, которые смотрят. Но ведь это же действительно так, что то поколение зрителей, поклонников рестлинга, которые вот лет 12, 11, 10 назад. Зафанотили Панком. Это большое число людей. Абсолютно я этих людей готов понять. И сам в какой-то мере в этой среде был. Потому что то, что симпанк выступал, творил, показывал вот, лет 10 назад. Это, конечно, выдающийся был уровень. Но вот кто-то просто, знаешь, эволюционировал со временем. А кто-то остался вот в реалиях 12-11-10 годов. То есть вот как было тогда, так оно есть и сейчас. И мы, в принципе, должны понимать, что значительная доля зрителей all Elite Wrestling так или иначе выросли именно из того поколения. Вот этих недовольных, громких и порой не стесняющихся в выражениях фанатов, которые это свое поведение заимствовали у своего кумира, у Симпанка, Панка, который не стеснялся выражения, который говорил везде, что не попадя. Правда, как показывает 22 год, в основном и чаще он говорит заочно, то есть в лицо он не выскажет, он там Райбека обыграл в интервью, об... обругал в интервью, игрока он обругал в подкасте. Адама Пейджа он ну, не обругал, а предъявил ему претензии, когда вышел на шоу, а тот не мог ему ответить, потому что не по сценарию было. Короче, такой пацан любит заочно предъявлять. Как оно бывает в реальности, не знаю. Но значительное число фанатов полностью скопировали эту манеру и, оставшись в реалиях 2012 -го года, ведут себя так в 2022 году. И опять же, вот, да. я повторю просто вкратце, что значительное число этих людей составили костяк тех, кто теперь смотрит All Elite Wrestling. Просто кто-то эволюционировал, опять же, с CM Punk, и перерос на New Japan, на Кенни-Омегу, на Уилла Оспрея. то есть так, по продвинутым, кто-то на женский японский рестлинг, всегда хочется быть по продвинутым и покруче. А кто-то нет, для кого-то CM Punk и все. И это, мне кажется, тоже сегодня феномен определенный есть. Ну, Семь панк я не думаю, что он как он выстрелил, потому что он был альтернативой тогда, когда да. альтернативы никакой в принципе вообще не Реалии было 10-го-12 -го годов. Да, 12-й год тогда даже Тиней с Халком Хоганом ничего у них не получилось сделать. И то есть, все, какой-то стандартный зритель, который устал, может быть, от WWE альтернативы достойной по крайней мере не имел. А Панк все его слова и высказал и это как персонаж очень хороший. Может сравнить там ну и сравнивать тоже в то время со Стивом Остином, который против. Своего начальства выходил и боролся, потому что тогда работяги тоже кризис же, по-моему, был в конце 90-х ну, вообще там, в 90-х да. попал в этот персонаж. Здесь тоже он попал в этот персонаж, но если С8 попал в людей, которые все люди, а 7 пак попал только фанат рестлинга. А сколько их фанатов влинга да. с каждым годом становилось все меньше и меньше, и как раз тогда-то вот только хардкорные фанаты в него и поверили, но надо признать этого хватило для ну для кого-то я не знаю скачка не скачка ну действительно было интересно следить в этот период и все и 7 панк ушел и больше ничего ничего не сделал то есть он оказался в нужное время в нужном месте mm -hmm. после этого я не знаю это 7 панк повезло или потому что вот так вот звезды сложилась но вот как там говорят, роль личности в истории, вот здесь вот не надо говорить, что это личность именно Симпанка, это персона Симпанка, вот, вот в нужный момент сыграла. А то, что мы видели после этого, ну, сам из себя он не хочет человек, ну, не хочет, ну, и не, не надо, наверное, ну, не надо стараться, а в него все равно вера есть, и он как-то нехотя все это делает. Не знаю, короче, ну, а про людей, которые верят сим панка все еще, ну, у многих можно спросить, да, что Сиэмпанк, когда вернулся, люди начали смотреть Айдапа. То есть, действительно, WWE не могут смотреть. А из-за информационного повода, что пришел Сиэмпанк, Кодок, это Сиэмпанковый Айдап. О, нифига, там приемов сколько исполняют в течение одного матча. Я люблю смотреть приемы, я буду смотреть приемы. Отлично, какую-то, ну, такую пользу, да, он каких-то зрителей принес. Ну, сколько их? Ну, сколько? В Америке, мне кажется, таких, ну, может быть, не знаю, зрителей, ну, может, 100 тысяч максимум, да, но, ну, может, и в интернетах, да, с разных стран там еще каких-то этих принес зрителей, но для AEW они, кроме информационной шумихи, ничего не приносят, денег никаких не приносят, ну, да, там, я не знаю, подкасты про них записывают, так или иначе. Но ну, а по факту-то что это? Какие-то деньги? Нет, не деньги. Это, это, это ничего, по сути. И то, что мы лишний раз Панка обсуждаем в таком плане. Ну, просто надо уже подвести итог. Надо подвести итог, сказать этим журналистам, что вы раздуваете муху, слона из мухи, муху, слона как-то, короче. Короче, кого-то вы надуваете в первую очередь нас. Хорошо, тогда вот к этому моменту раздувают ли, давай перейдем к следующей истории, опять же про выкупы чуть-чуть на попозже оставим, а вот про информацию о том, что якобы к панку есть игрок и да, игрок, интерес в WWE, причем лично, персонально у игрока, вот это я что? Я готов поверить. поверить, я готов это поверить, поверь То... готов. Кто сошел с ума? Вот у меня один вопрос: почему? Игрок Потому сошел что... с ума. Игрок сошел с ума. Ну просто это уж действительно выглядит совсем неприлично с точки зрения того, что свои собственные хотелки и какие-то вещи ставятся превыше всего остального. Я исхожу из того, что ты говоришь, и в принципе я с этим согласен, что Панк сегодня всколыхнуть аудиторию может, удержать нет. Для WWE это не будет ничем, это просто ветеранам занять место. Ну, в Fame -а может попадет. А зачем? Просто... С какой радостью? Ну, мы же об этом 10 минут назад говорили, сколыхнул, все-таки сколыхну. какой-то ренессанс наступил, но это именно конкретно WWE, а в Hall of Fame сейчас брать-то, мне кажется, некого, только уже текущих рестлеров, если там кого, Гробовщика уже, ну, да и Батиста один остался. Рок же в Зале Славы, по-моему, mm -hmm. да. Все остальные там тоже в Зале Славы давным-давно. Ну, кого, Рэнди Ортона, Джона Сину? Ну, можно, конечно, в принципе, да. Хедлайнеры хорошие, Симпан. Ну, тоже, наверное, хедлайнер хороший. Про игрока я не знаю, вот про игрока надо отдельный подкаст записывать, потому что за последние два месяца я вообще не понимаю, что человек творит, что он хочет вообще от жизни. Потому что единственное рациональное объяснение это у него личная вендетта с Туниханом, Вот да, все, что он делает, это похожее. личная вендетта. Потому что если раньше вот этот NXT... Про это мы тоже говорили, что это у него был план сделать продукт для, не, для фанатов не WW, эту пресловутую альтернативу mm -hmm, сделать. Mm -hmm. Есть план хотя бы, понятно, и это все укладывается. Когда появился еда все, люди ушли, ну, потому что есть настоящая, не симулятор, а настоящая эта самая альтернатива. Люди ушли, и, соответственно, NXT перестали смотреть. А теперь он делает NXT из основного промоушена. Он тех... Он просто тех же зрителей хочет у Айдаба забрать. Ну, блин, я не знаю, что... Но это действительно просто война с Туниханом. А, а зачем с ним бороться-то? Кто такой Тунихан? Кто это? Это какой-то, я не знаю, но вот будет ли Большой театр бороться с каким-то театром, каким-то таким популярным, да, где там провокационные какие-то штуки показывают. Я не знаю, письки, сейчас каждый, жопы сейчас каждый второй на экране. Такой. Да. А Большой театр показывает, например, Щелкунчика или что они там показывают, садко. Что мы репертуар менять из-за этого, чтобы теху есть? Ну, такое я... тоже имеет право на жизнь, я уверен. В определенной мере оно тоже происходит. Другое дело, что вот этот уровень возводить в абсолют как единственное значимое, вот это, наверное, какой-то небольшой личный перебор. То есть, если все-таки, опять же, подтвердить, закруглить, зарезюмировать, для Симпанк э, как ценность для какого-нибудь промоушена сегодня представлять может? Для WWE, для All Elite Wrestling, для Impact, я не знаю, для кого еще, как фронтмен ROH, я не знаю, вот такие варианты понакидывать, New Japan, я не знаю, он вряд ли, конечно, куда поедет, сунется про это, опять же, чуть позже, про деньги, но тем не менее. Потому что, ну вот, допустим, WWE. А ш... и что он там делает? Вот что он может делать, если его туда позвать? Если пригласить, вернуть? Вот есть варианты и предположения? Персонаж. Какой персонаж? персонаж ну, как какой? Ну, какой-то, вот я не знаю, какой. Не-не-не, вот я да? имею в виду кто? Чемпион, претендент, мидкардер, ведущий. Брюшащий старик. Так это... старик. У них там каждый второй такой, вспомни, блин, как только Играчанский появился, у них Кевин Оуэнс побежал мериться с Дрю Кентайром пиписьками на тему того, кто из них более брюжащий, кто из них более старик, на тему того, кто трушный вообще. Гаргана какой-то появился. Там каждый второй сейчас правду матку-то рубит. Каждый второй. Вот, каждый всем первый. пар будет самый, самый главный, ультимативный. Я не знаю, мне кажется, не надо жить панк никому и никогда, но как какую-то информацию... Да нет, вообще тоже, это, это все будет уже черный пиар. Единственный, кто может выгоду поиметь с этого черного пиара, только WWE, потому что у них маркетологи невероятного уровня и как-то могут сделать из говна конфетку. Mm -hmm. Последнее время сложнее у них это получается, но по факту как-то, да, он даже Брэй Уайт и что-то как-то завирусили, вроде людям нравится, прикольно. Ну, а ты видишь, бывает. на него особой реакции-то нет. Я имею в виду по, по залам, по, по, по шоу. На него реакция, как обычного, нормального, вернувшегося, бывшего чемпиона. Экстремального нету. Ну, вот экстремального я готов согласиться. Это, конечно, нужно сделать специфику, сделать отсы отсылку ре референс что это было несколько лет что это был Чикаго. Но на Сим-панка был, был безумный взрыв в августе 2021 года. Это был взрыв это натурально. И я думаю, что если гипотетически Симпанк как-нибудь вернется и появится, реакция будет схожая вне зависимости от того молодая старая или какая еще аудитория плюс опять же понимаю что маркетологи это не допустят э, в виде вот просто реакции ну, в смысле внезапного дебюта из ниоткуда что обязательно какая нибудь подготовка будет проведена это может быть бомба а на брейвайта так брейвайта хорошая добротная реакция на любого фейса чемпиона возвращающегося в компанию тем более я не думаю что вот именно на реакцию какая есть оказывает влияние вот этот белый кролик. Белый кролик – это какой-то интернет-феномен и больше, и не более того. Не, ну, слушай, эти кто, они? коронавирусное время W должны были научить манипулировать не аудиторией в зале, а зрителями, mm -hmm. то есть создать иллюзию какого-то невероятного, выхватить там трех подсадных фанатов, которые будут с рожами с этими обшарепшими. Это всегда сидеть. было. Лю... Слушай, это любят это было. делать. Делать подзвучку, что там жесткая реакция. И это было самое экстремальное. Это ну, уже слушай, было. Это, это все можно. А сейчас зрители в зале, я, я не знаю, на кого вот они рассчитаны. Они, они просто создают массовку. Но Мы это уже подожди. видели, что рестлинг без зрителей не работает. Но если можно подзвучить, можно показать, кого надо... Ну, блин, ну, Я здесь ну, имел в виду за... другое. Я здесь имел в виду, что все-таки интернет-сегмент это незначительная часть аудитории на... yeah. в сравнении с той, на которую должна бы ориентироваться WWE. Потому что это должен быть всемирный феномен и подавляющее большинство... Я вот именно это имел в виду, что Брэй это хорошо принимают, но не более того. Вот Симпанк в 21 году была бомба. И если он вернется в WWE, то тоже будет очень громко, очень-очень-очень. Вот так. Я вот это имел в виду. Опять же, стоит ли здесь говорить или как-то прогнозировать про другие конторы? Потому что сейчас уж вплоть до того, что может быть в импакт ему податься. Я не знаю для чего, но вот так всем да рестлинг-то да. нужен вообще по-хорошему? панку деньги нужны и поблизости какой-нибудь. Поблизости вот он поимел, сейчас имеет какое-то. Жена у него, он выступает где-то, комментирует что-то. Mm -hmm. Может, он откроет свою школу рестлинга, там, я не знаю, реалити-шоу. И, и чему будет учить? Скандалить и брюзжать? Скандалить и брюзжать, например, да. И Но зато, Нет, так там будут работать вообще все остальные люди, а написано будет 7 панк. О, 7 панк, пойдем. А «Симпанк» там только ходит раз в месяц а и кто с... руку жмет тренера. Ты думаешь, с кто-то захочет работать из тех, кто как бы серьезно а, занимается? Кажется, ну, а что, слушай, а что такого? Зарплат, наверное, будет, на имя «Симпанка». пойдут. Деньги же все решают. Ну, ну то есть полгодика поработают Конечно. и все. А дальше? Ну, ну, я не думаю, что кто-то может с Симпанком третья. работать долго. Так он будет приходить раз в месяц жать сжать руку, все. А зарплату платить? А зарплату будет платить... Симпанк будет как этот, блин, кто он называется -то? Дмитрий Пучков-Гоблин, знаешь, ну, книжки понял. продаются, типа, Гоблин да. рекомендует то же самое. Да, 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 Симпанк да, да. рекомендует Симпанк. нашу самую, это, школу рестлинга, все. Это а некольно. никакого отношения к этому не имеет. Угу. Ну, да, так есть что-то такое, да. Ладно, давай про денежку тоже, наверное, упомянем. Разные цифры называются, но мне вот впал, а я охотно верю, охотно верю, что вот за конкретно этот контракт э, у Тони Хана CM Punk получит больше чем любой свой контракт в WWE. А то и, кстати, вообще за все время, что он работал в WWE. Ну, если, наверное... Ну, я даже, кстати, не знаю, как считать вот эти всякие бонусы и прибамбасы за pay per -view, за мерчендайз, потому что как-то они всегда по-разному считаются. Самые разные цифры слышал, но вот из серии того, что у него трехлетний контракт по три ляма в год с чем-то небольшим. То есть реально он может получить 10 миллионов за вот, за 3 года или, в свою очередь, если контракт будет выкуплен прямо сейчас. Ну, что-то как-то это перебор не находишь. Я понимаю, что раньше и про всяких Джерика Моксли и прочих ребят говорили, что у них контракт на несколько миллионов. Я не верю ни одной статье, которая публикует эти цифры, но вот про панка как-то оно было из таких из худо-бедно людей, которые что-то про себя уже заявили в интернетах. Но вот такие деньги. Ну, да, конечно, поверю, но почему нет? Потому что Семпанг же вернулся, вернулся за, 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 низкие деньги, он не вернется. Это да. Вернется только за большие, если бы он возвращался за более-менее какие-то. Кстати, интересно, сколько ему Фокс платил за это, за ток-шоу, которое они там проводят, токен смак. Да. Что-то типа того. Не помню, сколько ему платили, По-другому называлось. Бэкстейдж, бэкстейдж. Или бэкстейдж, да, там это самое, и сколько ему за это платили? То есть он же тоже как-то вернулся и тоже поблизите получил. А тут гораздо больше денег получил. А абсолютно готов в это поверить. И, и результат-то появился. Мы же только что об этом говорили, что и реакция в зале была, и в интернетах реакция была, и новости всякие разные. И люди какие-то все-таки вернулись. Другое дело, как оно все вырулилось. Стоило ли это условных 10 миллионов? Ну, блин, не знаю. Смотря сколько денег у папки Тони Хана или сколько папка ему может выделить денег, может это какие-то карманные расходы 10 миллионов. Тогда, наверное, стоило. А если это действительно был пан или пропал и сейчас ему скажут: давай-ка, Антоха, закругляй свои игрушечки, у нас тут экономический кризис намечается. И тогда выйдет, что плохо все-таки. Угу. Надо смотреть, сколько денег у Шахида Хана. Нет, я думаю, в этом смысле по деньгам-то у него совершенно спокойно, и это небольшая, несерьезная нагрузка. Другое дело, конечно, если сравнивать с НФЛ, а я вот, кстати, даже просмотрю сейчас, сколько у них в Джексонвильских Джагуарах получают денежку звезды, потому что 3 миллиона – это нормальные деньги. Больше раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, двенадцать, 19, двадцать. 20 человек получают больше 3 миллионов в джексонвильских джугуарах. Это игроки? Да, 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 это именно игроки. Это, а нет, слушай, это не получают, это кэп хит. Ну, грубо говоря, это усредненная зарплата. Потому что можно получить больше в этом году, меньше получить в следующем. То есть это так усредненная. 9, грубо говоря, за три года. Не, это приличные деньги, нормальные деньги. Но учитывая, как Джексонвиль выбрасывает игроков из серии, не понравилось, расторгли контракт. Джексонвиль, наход... находится в десятке по команд НФЛ, ну, из 32, то есть выше верхней трети, по количеству денег, вот, которые они должны игрокам, которых они скинули, то есть уволили, обменяли или каким-то образом просто выбросили. Там игроков не рекордное количество, у некоторых бывает больше, но у этих именно сумма. по 32 миллиона в год они платят, грубо говоря, тем, кто уже на их контракте не находится. То есть это я веду к чему? К тому, что с тем, чтобы посчитать деньги, ну как тут Джексонвилле не очень получается. Ну, угу. потому что этих денег у них кура не клюет, что? Зачем? Угу. Это какие-то карманные расходы. Просто мы кто-то тратит на яхты, кто-то тратит на то, чтобы в космос слетать, или ракету построить, чтобы до своей ракеты в космос летать. Много же у богатых всяких разных причин. Но, Надо нет. же деньги куда-то тратить. Тут вот, не тратить, то, чтобы да. тратить. Тут НФЛ это значит, это пропуск в клуб для избранных. Типа Тоже, там да. есть есть некоторые богатые семьи, которые вот поколениями богаты. я по-моему, по вот Нью-Йорк Джайенс, по-моему, еще одна команда какая-то есть, к сожалению, сейчас на вскидку не вспомню. Это только две франшизы, которые которые владеют одна, одна и та же семья, ну грубо говоря, одна и та же фамилия на протяжении вот сколько 70-80 лет. И поэтому, то есть это круто, прям это элита такая, бизнес-элита всего. И поэтому приобщиться к ней, вступить в эту элиту, это достаточно такой хорошая, хорошая инвестиция. Поэтому NFL, с, это, это как бы серьезные деньги. Это деньги, которые даже, кстати, Джексонвиль приносит деньги, причем существенные. А вот что касается All Elite, здесь это действительно, это не совсем понятно, не совсем ясно. Другое дело, что вот просто так взять и выложить 6 миллионов за один раз, я что-то не знаю. Я хотел здесь, правда, вот тоже на эту тему еще добавить, что мне не совсем понятно вообще эта идея с выкупом контракта. Просто зачем? В любом спорте, я понимаю, что для вот этих платных журналистов и пресловутых инсайдеров это просто сотрясание воздуха. Но в спорте оно как происходит? В каждом виде спорта выкуп действует по-разному. То есть, грубо говоря, например, в хоккее это действует следующим образом. Если я выкупаю контракт, то я плачу человеку в полтора раза меньше, чем я ему должен то есть 66% от оставшейся суммы контракта, и выплатить я это должен за в два раза больший срок. То есть если, грубо говоря, я должен вот эти самые 3 миллиона еще два года, то я ему буду выплачивать 2 миллиона, и не за два года, а за 4. Понимаешь, в чем разница? Так я ему должен 3 миллиона в год, а так я внезапно ему должен только 500 тысяч в год. Да, на протяжении 4 лет, но нагрузка на каждый год становится меньше. В НФЛ по-другому совершенно работает выкуп. Там вообще, по сути, контрактов выкупов нет. Там очень часто увольняют игроков. И все зависит от того, какая сумма гарантированных выплат была этому футболисту обещана. То есть есть, грубо говоря, гарантированная, это, по-моему, базовая зарплата. Нет, базовая зарплата нет. Это подписной бонус и всякие другие такие бонусы. Вот это все человек получит стопудово, неважно, уволят его сегодня или он отработает еще 20 лет. А дальше сверху есть еще какие-то зарплаты, какие-то еще прочие, очень много. Это не гарантированные деньги. И в последние несколько лет как раз пошла тоже такая бодяга, что многие игроки предпочитают взять контракт на сумму поменьше, но чтобы все деньги были гарантированы. Поэтому здесь, я не знаю, у CM Панка вряд ли есть какие-то бонусы, какие-то вот эти преференции. Скорее всего, у него натурально 3 миллиона гарантированных денег, гарантированно за 3 года. И с этой точки зрения, а зачем выплачивать сейчас 6 миллионов, если можно спокойно вот этой рассрочкой, там, я не знаю, 3 миллиона в год, или если по месяцам сколько будет 3 миллиона разделить на 12, не хочу, ну, примерно чуть меньше 300 тысяч в месяц в течение двух лет. Просто ты этого рестлера не задействуешь. Была такая история, если я правильно помню, с Майклом Элгином в «Импакте», и, кстати, тоже в «Импакте» Леди Фрост, которых не увольняли, которых просто переставали приглашать на шоу. А учитывая, что контракт был эксклюзивный, то есть право приоритетного букинга было, люди просто год сидели без букинга. Вот я поэтому не совсем понимаю, что значит этот выкуп. Есть у тебя какое-нибудь предположение, размышление? Почему вообще пошла речь о таком слове как выкуп? Потому что кроме как избавиться от человека... Ничего за этим не стоит. Ну, избавиться, конечно. Так как ты так чем, и так почему. от него не, не избавишься. Все равно Симпанка будут э, связывать с именем Ол э, Элиты и Тони Хана вообще до бесконечности. Потому что он вернул его в рестлинг. Он ему предложил такие деньги. Может информационный просто повод лишний, опять же, для наших любимых инсайдеров и журналистов, что что делать с Сиэм Панком, надо же приплести всем Панка, mm -hmm. надо приплести всем Панка, надо Тони Хана лишнее этот самый поблизости тоже придать, чтобы он в Гугле лучше искался, тоже а давайте зачем? напишем и Тони Хана упомянем. Не могу сказать, я не знаю зачем, но ну, единственная, вот говорю, причина, либо избавиться, действительно избавиться, я не знаю, лишняя новость, что, Семпа, о, что Тони Хан, вот такой правильный человек, от токсичных правда, людей кстати, да. избавляется, как там, не работать с мудаками, говорят, mm -hmm. самое главное это правило работы. Вот Тони Хан поэтому повел, Посмотрите, типа, а деньги он заплатит, по сути, это те же самые. Да. Возможно, опять же, для Тони Хана это не деньги вообще. То есть, можешь себе позволить, ну, если, если можешь себе позволить, что бы не себе не позволить. Как я не знаю, можешь ты купить холодильник в рассрочку, а можешь купить сразу. Если ты можешь купить холодильник, сразу чё, зачем тебе платить, там рассрачивать эти платежи. Mm -hmm. То же самое Тони Хан может, например, это себе позволить сделать. Что будет после этого с Панком, что он будет свободен, Но я, я не знаю, вот Сиэм Панк снялся там, во втором сезоне сериала «Хилы», то есть подписание а думаешь, там много, и... много денег он получил за «Хилов»? И дело не про деньги, про то, что он мог во время работы Айдаблы сниматься, например, в сериалах где-то. То есть ограничений на такую род деятельности у него нет. На рестлинг, конечно, у него, наверное, есть какое-то ограничение. но пойдет ли всем Панк заниматься рестлингом? Мы сейчас обсудили, что очень сильно вряд ли, если только игрок не предложит 30 миллионов долларов, просто чтобы уесть Туни Хана, А никакой больше, да, кроме этого, выгоды нет. А если у игрока такие деньги? Может быть, кстати, есть. Поэтому посмотрим, будем ждать, что там будет. А когда, года. кстати, снимали второй сезон хилов? Мне прям даже стало интересно, когда именно. В он конце же... прошлого года, по-моему. Ну вот я смотрю, продакшн, не вышел. продакшн начался в марте 22 -го года. В конце 21 только получили разрешение. То есть съемки mm -hmm. были как раз вот когда весна и лето, когда Симпанк был травмирован. Может быть, кстати. Или Нет, когда он, он, он выходил был. на чемпионство. Это не было. Ну, апрель-май. выходил когда он выходил на чемпионский уровень. То есть он при этом еще снимался в какой-то киношке. Просто это совершенно по-новому показывает вообще отношение к, к, чему бы то ни было. У вас человек снимается не пойми где, то есть гипотетически он может взять и не приехать, а он при этом чемпион. Ладно, блин, пес бы с этим, да, на самом деле. А еще неизвестно, сколько он снимался. В первом сезоне он там буквально в двух сериях. Да, 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 да. Снять быть, его это... было быстро, может, и тут его сняли быстро, поэтому. Может, приехать и Но уехать. суть в том, что он подписал контракт и что он где-то снялся, поэтому вряд ли ограничен. В данном случае, может, я не знаю, какой-нибудь еще сериал познакомился с этим, с амелом, со стрелой. Mm -hmm. Может, еще куда-нибудь его подтянет, чтобы он снялся в сериале. Эджу, например, это не помогло. А вот Батист, который вместо сериалов пошел в кино, помогло. А, подожди, а что Джу ты имеешь? Не помогло. Что это самое, что найти какую-то работу после рестлинга, я имею в виду. Чтобы Семпак себе нашел какую-то работу, чем бы занимался. А, что а а равно все, да-да-да. Несмотря на то, что он где-то снимался. Сверхъестественно или как то тайны канадский Хейвена, снимался. Тайны, снимался. тайны Я не знаю, не разбираюсь. Я а вот Батисте иногда. повезло. А Джон Син, например, вообще из киношки ушел в сериалы и там рвет этого, кто он, кто он там, Миротворец, как да. он называется-то. Да-да-да. Рейтинги или... все собрал. Ну, я не знаю насчет того, какие, где как он собрал и что, как. Ну да, резонанс он-то накрутил, нашумел. Да, это безусловно. Проблема-то, я даже не знаю, проблема это или не проблема, в том в будущем, что симпанк-то за время отсутствия в рестлинге. Ну как, вот чем он занимался? Он как-то более-менее тихо себя вел. -то. То есть ему в этом смысле. UFC два раза проиграл. Подожди, тихо. UFC, да. Ну блин, UFC. Раз, два, все. Что еще? Чем он еще занимался? Ну, все, после UFC, наверное, ничем. Но вот у UFC не знаю, то гештальт, что ли, был, я не знаю, не закрытый. То есть это, это к тому, что захотел и без проблем. То есть захотел позаниматься чем-то, взял, сам Что Он все реализовал. еще в видеоигре, которая там два года назад. Там урок лет есть и семь панков, которые в UFC не выступали много лет. Я хотел, а к чему еще подвязаться? Ты вот про Тони Хана сказал, что мол, какой-то положительный ПИАР или что-то такое. Это же действительно заметно, что у людей, причем вот возможно, кстати, у Чикагских какая-то очень болезненная, не знаю, страсть к собственному поблескать, вот к собственному, к вниманию, к собственной персоне. Ну потому что вот мы записываем как раз на неделе, когда Тони Хан перед Джексонвильским рампейджем устроил для себя Meet and greet, то есть можно было помититься и грититься с ним на пять человек. Там сразу, естественно, понеслась вот эта бодяга, что нет, никакие не пять, но как бы видео есть. Возможно, кто-то пришел позже. Но видео есть. Возможно, вход человек больше денег и не могли позволить себе. Вопрос в том, вообще с чего вдруг Тони Хан возомнил о себе, что он интересен? Вот о чем речь. Он владелец рестлинга. И? Все. Винс Макмен интересен? Винс Макмен, да, потому что у человека сколько-сколько десятилетней истории, причем еще со всякими скандалами и историями. Ты уже додумываешь. Есть владелец рестлинга один, есть второй. Вот, пожалуйста. Это ну, как эта фанатка, знаю. которая, это, кто она, которая ходит по конвенциям рестлинговым, продает свои автографы и фотографии с собой, а, которая с Белли-то дружила. Кто а, она, это маленькая Изи, Изи. Да, и этот, кстати, дурак, который, когда гробовщик проиграл серию свою, негр-то, с глупой рожей его сфотографировали, тоже ходил по конвенциям, тоже ну, прям, фотографии с собой Прям поделал. постоянно регулировал. Я просто не знаю, насколько успешно. Постоянно это... я видел. Нет, ну подожди, постоянно это и Верджилл приезжал на конвенции, вот эта знаменитая да. серия, самый одинокий, самый одинокий рестлер WWE, ну, ветеран. Ну, как прошлом. факт. Поэтому тут я даже не знаю, что в этом смысле прокомментирую, что у людей какая-то реально болезненная и непонятная страсть к собственному вниманию. И тот же, тоже опять же мы же видим, как Симпанк вел себя вот в, в те моменты, когда, грубо говоря, он не полностью ограничен э, сценарием. Он, кстати, профессионально себя вел, когда ограничен был сценарием. Он не ввязался в потасовку с этим, ну поначалу, ладно, с Пейджем. Правда, пр потом что-то сорвало. Вот что произошло в августе, в июле, я не знаю, правда, ведь что-то прям сорвало резьбу, потому что все вот эти выпады, все вот эти высказывания, они все понеслись уже после. И здесь вот тоже это самое пресс-конференции после Олаута. Блин, ну реально приперся немытый, не, не убранный, с какими-то с печеньками, с этими, блин, с пакетом шуршащим. Почему? Ну вот реально, кроме как дополнительное к себе внимание и привлечение, это не объяснить. И с этой точки зрения можно предположить, что он может согласиться на и на импакт, и на нью Japan, и хоть, не знаю, хоть на MLW. Если Нет это... у них столько денег. Денег нету, но ну, если ему скажут, ну, если он купится на вот это внимание к собственной персоне. В нью ну, Japan, там кстати. Рейтинга? У... Да какая а MLW разница? по телевизору не Да нет, а что? Ну, всем пак все-таки цен себе знает. Ну, ну ладно. Пойдет. Убедил. А случае. матч нью Japan на 5 звезд в рестлинг, господи, в Токио Доуме. С кем? Не, с кем а, угодно. С этим, Станахаша, станаха же. Вообще... Да, кстати, себя... у него же обещанный матч. Как бы обещанный. Посмотрим, но мне кажется, Нью-Джупа не потянет. Нью-Джапан не потянет. Кстати, тоже хороший вопрос, что, по сути, ни ниточку-то он в этом плане потеряет. Хорошо, для самой All Elite на будущее у нас как раз и времени много остается. Есть такая тоже точка зрения, что сейчас, как только Симпанка выпрут, сразу не нужно будет решать вопрос с расследованием, которое, я думаю, оно вообще ничего не ведется, но инсайдеры говорят, что что-то там происходит. А оно надо? Я не знаю. Просто надо? А зачем они об этом вообще рассказали? Зачем они вообще заявили про это расследование? Зачем? Ну, чтобы как-то показать хорошую мину, что вот мы профессиональная компания, мы не будем Хорошей миной было рассказать о том, что у вас произошло. Они не рассказывали ничего, не упомянули один раз вот этот Тони Хан в начале импакта, о, импакта, динамита после pay per -view. Вышел, рассказал вот это по телесуфлеру, прочитал какие-то три строчки и все. Но тут тоже такая, мол, что если симпанка выкупят, сразу же Омегу и Баксов можно возвращать и вообще не париться, что там как там. Но это прям совсем как-то некрасиво получается. Это значит, что... вы к кому? К зрителю, к рестлингу вообще. То есть, получается, вся вот эта бодяга с какими-то серьезными изысканиями и попыткой навести порядок, она была для проформы. Я наивно очень сейчас говорю, да? Да. Мне кажется, симпанк вот вообще все полимеры растерял, то есть у него сейчас так это негатив, не симпанк нахуй, в это отношение. Это проблема руководства, которое так отнеслось, так все выставило, что просто не знаю больше ну, как нормально. в дно биться больше некуда. Зато теперь у нас выставлены жертвами Янг Бакс и Кини Амеги, мы вот. их возвращаем. Ну это конечно. Они-то с синс дэй так-то ребята помогли все-таки Тони да. Хану эту всю контору организовать, так что можно про них подумать, правда, про кудерулся никто не подумал в свое да, время, но про же. этих зато подумали. Ну, потому что эти, у этих нету, я думаю, вот этого, как это, внутреннего самомнения на уровне. Там у кого-то из баксов жена про реслинг ТИС заведует. Поэтому серьезно. По-моему, который... по мерчендайзом вообще не ТИСами, а мерчендайзом в Джексонвилле. Даже крупнее. Это, это была тема, что когда их списали с постов вице-президентов, этого, менеджер. соответственно, отправили на, на, на помощь на подмогу жене. Тут как раз про другое ситуацию, что значит эти. Сколько? Два месяца сидели без дела только потому, что Тони Хан строил хорошее лицо при плохой игре? Да. Я не это знаю. Что? Ну, как-то это не очень. Ну, конечно, не очень. Любой, кто бошку врубит и немножко подумает вглубь, конечно, что это не очень, но мы же сам... не такие. Зачем нам оно? Мы смотрим mm -hmm. рестлинг, наслаждаемся, мы делаем рестлинг и смотрим количество приемов. А Янг Бакс, знаешь, сколько приемов за матч показывает? О -о -о! Они одни и те же приемы показывают. Все равно, зато хорошие. Зато хорошие, ладно. Ну и все это, кстати, происходит вот на новых трендах, которые есть прям в All Elite. Это прям парадоксально. Это любовь, появившаяся к вирусникам из интернетов, про что мы пытались записать передачу для спутника. Появилась вот эта травма Пейджа, про которую официально, сразу же, моментально все рассказали, прям в мельчайших подробностях. Что у вас с Брайаном Дэнилсоном? Никто не знает. Что с Коулом? Никто не знает. Что у вас с миллиардом других травмированных? Никто не знает. Зато про Пейджа рассказали прям в секунду. Хороший ли это снова стремление к хорошему пиару? Мол, посмотрите, как мы все профессионально обставили. Но получается, получается. Нет, ну сюжет... Нет, я не хочу лезть. Я не верю никому из них однозначно. Но просто что-то ты знаешь, если это принимать как сюжет, ну что-то это совсем позорно. А ты видел разблюдовку-то по рейтингам, когда по 15 минуткам, когда сам в самом начале динамит потерял сколько? 500 тысяч зрителей. Я еще не знаю, какая-то хорошая серия, наверное, теории большого взрыва. Там бейсбол был. Там, там был бейсбол. А, бейсбол и все, и Тони Хан сказал: не, давай, заканчиваем. Что там, все, давай, все, давай травму. Все, мы не будем связываться с этими вторниками. Поедем обратно на среду, потому что ну, там, ну, Бровень некоторые не сегменты шли. на ксти больше шли. Две четверти больше забрали. Нет, а что это должно показывать? Ну, потому что это же объект... Потому что вот этот Damage Control Crew в лице товарища Мельцер сразу же прибежал, напомнил, что когда они в прошлом году переезжали на другие дни, в частности, на субботы, они собирали еще меньше. Поэтому это еще и хороший показатель, это еще и с конкуренцией. Ты же помнишь, да, что на NXT привезли какое количество аж звезд суперских из основного роста? Аж, а это мне аж помогло, самих Андерсона и Гэллоуза завезли. Это вообще, кстати, стыдобище. Это к разговору о том, как себя ведет игрок с точки зрения позиционирования своего продукта. Мы еще три года назад, говоря, рассуждая про All Elite Wrestling, выражали надежду, что они будут какой-то свой контент давить и свои программные вещи задвигать, отойдя от, ну как сказать, от того, чтобы быть в пику чтобы быть не WWE. Теперь Играчанский пытается вот в качестве основного мотива сделать вот мы круче All Elite, мы можем сделать вот это круче All Elite, и да, как это Вендетта к Хану, я не знаю, что здесь можно сказать. А то, что они были, ну, чуть выше, но в пару сегментов проиграли, мне кажется, вполне себе предсказуемо было. И именно, именно тот факт, что у них была намного более высокая стартовая планка, каким-то образом дало прям такое, ну, относительно серьезное преимущество, если это можно, конечно, называть серьезным. Слушай, 500 тысяч. Разница. Потеряли? Пожалуйста, вот эти... Ну, потеряли, да? Ну, в смысле, что прирост разбей эти 500 тысяч по, Сколько? по двум часам. Ну, на 8 получилось. Вот разница, эти 50 тысяч. Ну, там, по-моему, по не 500, там, по-моему, поменьше. Ну, в принципе, да, в принципе, да. Стартовая площадка. Для этого и говорили, что на Тибес они съездили. И для этого же говорили, что они брат, с теорией большого взрыва подвязались под нее очень хорошо и очень удачно. Что, в принципе, должно тоже давать понимание того, где, сколько, какой аудитории есть. И тот факт, что каких-то кажуалов не нужно списываться со счетов, кажуальных зрителей, имеется в виду это тоже правда и с этой точки зрения любой зритель наверное в том числе и пришедший посмотреть на Симпанка он должен учитываться должен считаться даже если вот оно к сожалению почему-то не работает ладно где ты видишь все угу. вот он пришел Симпанк, вот все не сработало человек ушел но он не будет смотреть и давать второй шанс третий шанс десятый шанс Казуальный зритель посмотрел, нет, я не буду посмотрю я не знаю кто какой-нибудь или еще что-то надо брать и хватать а, все, уже можно не можно сказать, уже а, можно ли сказать, что Роману Рейнсу давали несколько шансов, и в конечном счете, наверное. <сос Société> там другая система абсолютно, наверное. Там вообще все по-другому. Роман я, я не знаю, почему именно Роман Рейнсу, но сыграл все-таки ставка. Я ну, не, вы... не знаю, саманцы, может, они разные попытки. От природы... Не знаю. Ну, слушай, рок рок, конечно, не с восьмой попытки. — а второй не, может, там, с, с третьей со второй полноценно доминейшн, но это он уже восхождение был, он через него же и выходил. Вот, у него... Ну вот он там, это самое, но все равно. А Роман Рейдс тоже говорит у саманцев, видимо, рестлинг в крови как-то они могут а, реслинг в, в крови, но только с восемнадцатой попытки, да? Но только если ты не само А, кстати, Рикиши тоже, он же получается, тоже не с первого Рекиши Рикиши детей нас стрелке. ругал, вон они. Не, не, я не, я, не про детей. Я про то, что он же дебютировал. Ты ее застал, нет, Рикиши, когда он изображал уличного гангсту? Не, не помню. Он, мне кажется, был прям как, как этот, блин. Господи, как его зовут-то? Последний фату, который в MLW, как он? Джозеф, Джейсон, как его зовут? -то? Джонатан, что-то типа того. Блин, я вот вообще фигня. Мы просто фату его называем, да. Да, да, да. Но суть в том, что он тоже начинал с того, что он весь... А, Джейкоб, Джейкоб фату, да. Джей... Он болтался по улицам весь такой в шапочке, в такой, в прикиде рэперской. А потом... А сейчас, в кстати, фату минуту. там вся форму-то приводит, скоро будет четвертый сын. Ну, еще у Рикиши, говорят, дочка есть. Представляешь, какая будет у них Bloodline, сколько людей там будет, и, yeah. и Самизайн между ними будет тусить. Yeah. Кстати, видишь, ну саманцев, видимо, у них какая-то эта самая мафия. Потому что и Кадзуна тоже саманец, по сути, кто там еще. Ну, знаешь, о... да умага. нет, было, было, было и умага, и, собственно, три-минут warning вместе, опять же, с этим бумагой был. И Дотугу, и островитяне, и головорезы, как они только не назывались. Там было действительно предостаточно. И, собственно, и довероки Джонсона может туда при, присобачить отца. Рока, потому что тоже. Вот это, это к разговору о том, что, знаешь, все-таки где-то эта школа есть, и у Винса Макмена на нее был хороший нюх. Будет ли такой хороший нюх у нового руководства, креативного? Меня вот это, кстати, напрягает вот в завершение рассказать. В принципе, это к Симпанку, то отношение тоже имеет. То вот это старое руководство в лице Винса Макмена отвечало за свои поступки, отвечало за свои решения, чем баблом, акциями репутации, вот этим всем, потому что это было делом жизни Винца. Я не понимаю, чем отвечает сейчас новое вот это руководство, Играчанский и прочее. Где критерии его, как это, успешности? Где его вот эти оценки, ЕГЭ или прочее? Потому что я не вижу никаких. Я вижу, что ему финансовую подушку положили такую. Вот, кстати, на этой неделе, блин, еще одна тоже. И в еще одной стране продали нетворк. Кстати, Диснею тоже. И я абсолютно убежден, что ни Грачанский, ни Стефани к этому отношения не имели. А по факту оно есть. Оно продано, оно прекрасно. Он теперь может а, кстати... вообще все что угодно делать. Вообще никакой... Еще... Еще такую штуку заметил про этот самый NXT, когда Кевин Уолс выходил, что он теперь они говорит, не на нетворке будут вот выходить, а только на пикаке. Это поясню. Этот не самый. NXT я не знаю, не знаю, не я... скорее сказать. всего, тоже будет на нетворке, понятно, но они раньше позиционировали, что на пикаке и на нетворке, а сейчас говорят и даже... Подожди, на подожди, подожди. Он ли он пикак? Этот думаю... NXT, кто он там будет? Я думаю, дум... а, прям премиум-шоу. Ну, то есть это они сейчас в ВВЕ-нетворка вообще никак не упоминают на телевидении и на сайте. Я знаешь, что думаю. Только Я пик пик. думаю, что вот это сообщение, оно, грубо говоря, шло на американ... американскую аудиторию, это телевизионное шоу, да? И там, естественно, куда идите, куда идите, на пикок идите. На каком-нибудь на Филиппинах, на Индонезии, наверное, все-таки это будет каким-то образом переведено, дополнено. А учитывая, что это телевизионное шоу, которое выходит на USA Network, они там заинтересованы в том, чтобы пиарить именно сами себя. Это что же стало? Не забывай, что Пикак ⁇ это nbc универсаловский проект, и таким образом имеющий отношение и к US Network, и к Пикаку. И это же старый Просто же они тема... от бренда а Network, они избавляются. Я, вот да, я бы не сказал, а, понимаю, может что быть, это... но я, я, бы именно сказал, что они подчеркивают пикок, потому что это US Network, NBC и Universal. -овский. Это, повторюсь, это старая тема, когда они на Ро или на NXT начинают пиарить SmackDown. Это фактически они у NBC U рекламируют Fox. То есть вроде какая-то здесь небольшая такая нестуковка. Ну, гипотетически может быть. Я не знаю, может быть из-за этого. Если, кстати, завершить... Ну, нет, вот, зреет эта тема о том, что Хан продал такие свои права на свои телевизионные шоу, на контент, причем, по-моему, Аруэйчевский этому HBC Max. Но мне кажется, это HBO Max, прошу прощения. Но это нужно, наверное, подождать, когда они все-таки официально об этом объявят. Потому что события... Контент это... А какая разница? Это, знаешь, в серии, что и сервис-то не самый такой благостный, но по факту продали... Ну, кстати, HBO Max, так-то у них там серьезно есть козырь. Что них там, игра престолов сейчас... новая выходит? Идет, да. У них какие-то там большие Нормально, скандалы так. в последнее время и с накруткой подписчиков, да. и что-то там, не знаю, с, с налоговой. Ну, короче, суть в том, что проблем хватает. Но по факту для Хана, для All Elite это будет вообще прям отличным решением. Но про это уже по факту как произойдет. Сейчас вот про панк. Про Панка можно много разное говорить. Ну, вот поговорили так. Серхием, Сергей Вдовин, Алексей Красильник, Злобный Росомаха. Серхию благодарю.